Его проложили прямо под Маркотхским хребтом. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, министр транспорта Максим Соколов и Владимир Путин. Президент дал команду к запуску тоннеля, после чего по трубам потекла нефть. Сегодня вводится в эксплуатацию один из его ключевых объектов, новый технологический тоннель с трубопроводом. Я хочу всех, кто принимал участие в этой масштабной работе, поздравить. Это действительно большое событие и для региона, для Краснодарского края, но и для всей отрасли. Отмечу, что работа велась в непростых геологических условиях, потребовала высокого профессионализма от всех участников этого процесса. Длина тоннеля больше 3 километров. Внутри него 9 труб разного диаметра. Их пропускная способность 13,5 тысяч кубометров в час. По ним углеводороды транспортируют с площадки Грушовая до перевалочного комплекса Шесхарис. Оттуда нефть отгружают уже в танкеры. Открытие технологического тоннеля откладывалось несколько лет. Теперь он заменит старый, который проработал с 1967 года.